Жилищно-коммунальное хозяйство остается одной из самых запутанных сфер нашей жизни, и проблемы, стоящие в этой отрасли, касаются всех и каждого. Вслед за спорным вопросом об отказе от ОДН в законодательном собрании области обсуждается не менее животрепещущая проблема. Касается она порядка начислений платы за горячее водоснабжение. Собственнику, жителю, управляющая компания должна выставлять за горячую воду фиксированную плату с учетом норматива на подогрев. А ресурсоснабжающая организация, которая поставляет эту воду в дом, выставляет управляющей компании за эту же самую воду другую плату, как правило, большую. И рассчитывается плата она по прибору учета. Проблема возникла из-за разночтений двух постановлений федерального правительства. Вопрос настолько серьезный, что представители нескольких ТСЖ и ЖСК написали письмо на имя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолия Бакаева. С просьбой помочь разобраться в ситуации итогом обращения стало заседание рабочей группы по тарифам. Основная цель нашего сегодняшнего совещания – защита прав и законных интересов всех жителей многоквартирных домов, от неминуемого ухудшения обслуживания домов, если так будет ситуация развиваться. Вся загвоздка состоит в том, что до сих пор не принято решение, как рассчитывать плату. Продолжает тянуться бесконечная вереница судов, участниками которых являются управляющие компании и поставщики ресурсов. Свое видение есть и у органов исполнительной власти, подчас противоположное. Расчет между ресурсоснабжающей организацией и ТСЖ должен осуществляться по нормативу на подогрев, утвержденный приказом министерства. То расчет по прибору учета признан Верховным судом обоснованным. По сложившейся ситуации имеются несколько решений. Первое – это переход собственников жилья на прямой абонентский договор с ресурсниками. Второй выход заключается в расчете платы по нормативу. Поступили предложения в случае выплат по приборам учета компенсировать управляющим компаниям выпадающие доходы из областного бюджета. Во всяком случае, проблема еще будет обсуждаться. Теперь вопрос будет обсуждаться на уровне регионального руководства. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.